первую шайбу. Тогда Мусалев. Синий Кронвал в касание, ну там чуть подработал и бросил в дальний угол, но очень неудобно для голкипера. И 48 сотых шайбы за игру. Да, в общем, не самый надежный голкипер. Ох ты! Очень опасно было, и Кронвал уже был готов праздновать. И, похоже, даже шайба побывала в воротах, но там игра больше не ворот. Да. Но спустя примерно 2,5 часа. По тренерскому заданию более дисциплинированно. Хороший момент был, бросок с неудобный, мимо ворот последовал. Борьба у борта. И, ну, это уже некрасиво на самом деле, потому что ответить-то в этой ситуации никоим образом не мог своему оппоненту. Там Рижанин, Коршков на него сверху насел. Да, здесь вот такая небольшая потасовка возникла. Страсти накаляются. А, вот в чем проблема. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой, а где же арбитры-то были? А почему свисток-то не последовал? Саулетис, конечно, грязно сыграл. Ну, по крайней мере, Гавриков на своих двоих катит со льда. Саулетис 5 плюс 20, вполне логично. Умысел нанести травму здесь откровенно читался в этом эпизоде. Помню, что независимо от того, сколько будет заброшено шайб, в этом большинстве большинство все равно продолжится. Классная передача. Блестяще играл сейчас Апальков, но прострелить все-таки не сумел туда на дальнюю. Кронвал. На синее. Апальков, Кронвал. Включается к воротам. И бросок закрыт был абсолютно Седлачек. Блестящая работа на пятаке. Но поэтому шайба в воротах и оказалась. Абсолютно ничего Седлачек не видел. Никаких претензий к нему быть не может. Хорошая передача. 2 в 1 выход. Ну куда же ты торопишься, Микелис Редлик? Слишком сильная передача на Гинса Мэя. Ничто, Пипер. Лейно. Пошел в зону. По центру никого. Сам пошел. Лейно с неудобной бросил ему Рыгин Таро. Катил соперника. Кварцов. Вмещается в центр снова. Исходит шайба с крюка. Еще одна победа по булитам. И одно только поражение. Ох ты, как здорово сейчас сработал Седлачек, кто в ближнем бою вытащил шайбу, хотя, казалось бы, уже сам вкатился в ворот. Еще раз смотрим. Здесь изначально себе за спину Седлачек отбил шайбу, но и в итоге... Более качественной игры от Рижан стоит ждать во второй половине матча. 2-2 дает голкипер играть. Но мы видим, что это работает, раз это... приносит результат, приносит победу, то почему бы нет? Ух ты! Здесь... зевнул Седлачек этот бросок в ближний угол. И шайба оказывается в воротах. Счет становится 2-0. Кришенс Редликс под эту шайбу. И тем не менее, залетает она в ворота в притирочку со штангой. Не успел перекрыть ближний угол, хотя должен был Седлачек это делать. Но за нее уже не получилось за спицу коньков. Немножко приоткрылась все-таки. Да, да, так больше на встречных курсах стали играть. И за счет этого у Туриги сейчас 2 в 1 мог выход получиться. Но почему же так с передачи-то затянул игрок команды хозяев? И Жанни спокойненько вводит шайбу из своей зоны. И здесь можно даже что-то создать. Технично, интересно, красиво. И бросок в ближний угол. Руген отбивает, правда, перед собой. Ярославцы начинают атаку. Вот хороший момент. 2-1 с догоняющим. Контиола и... Ух ты! Вот это сейв Седлачека настоящий, потому что Контиола сейчас обязан был с линии забивать. Но здесь массовая потасовка начинается. А кто по-мужски, а кто сбросит краги, а никто. Растяжку. Он оставил щиток в ближнем углу. И когда шайбу вернули... Ой-ой-ой, он еще и клюшкой здесь сработал. Ничего себе! Острой ситуации, но однако сейчас вот зацепились в зоне Рижани. Ну нету человека на убойной позиции, да, неоткуда бросать. Вот с неудобный бросок и еще один! Мурыгин дважды, точнее Мурыгин сначала, а затем на пару с Гороховым. Нужно отметить защитников. А здесь вот Мея вылезает из-за ворот. Очень здорово при помощи Лейна. Такой заслон, да. Заслон такой получился, да, такой грамотно сделан. Пойти вперед, но вот застряли здесь на входе в среднюю зону. Бросок в дальний угол Патрик Херст, ничего себе. Игра идет у команды, бывают и плохие
не только одиночные матчи, но и бывают и плохие серии. Очень хороший момент у Дарзинша. Еще раз ему Кришен Средликс выкладывает шайбу. Локомотив в атаке. И здесь счет становится 3-0. Классическая трехходовка. Начал атаку Галимов, продолжил Тартаев, завершил Коньков. Коньков шайбы. Пытается обострить, и все-таки же здесь, и тут Седлочек. Да, Седлочек, падая назад, смог, уже, но все равно отвел угрозу. Вот эта передача Конькова на 46-го номера, это... Вот Александр Неживи постоянно угрожал, постоянно обострял ситуацию. Как раз вот этого сейчас и не хватает. Ну что, 6 полевых действительно у Рижан на льду, и сейчас они получат... А нет, не 6. Нет, не 6, все-таки Седлочек, может быть, там он успел на лед выскочить. Так, а что здесь происходит? Там после свистка была добита шайба, я так понимаю, да? Берем Алексей Мурыгин. Да, 8-й сухарь в этом сезоне играет Алексей Мурыгин. И впервые в этом чемпионате рижане играют нерезультативный матч дома.